машине прибыли важные гости. Не мешайте им. Наша встреча пройдет в черном сапфире. Вход только по приглашению. Если нет приглашения, не лезьте. Если не хотите проблем. На этом все. Давай работаем по плану. Я поведу. Ви, активируем оттиск личности. Работает. Ой, мой голос. Ничего себе. Охренеть, это я. Как так? Что, нравится? Давай тебя проверим. Представься. Ладно, попробуем. Эмерик Кассель. И все. Само собой. Ну, хотя бы голос похож. Сначала очень похоже на приход, но постепенно привыкаешь. Освойся немного, соберись и поехали. Хансен ждет. Алекс, я только что понял. Мы последний раз работаем вместе. Я не забыл про наш уговор. Майерс все одобрила. Бессрочное дипломатическое назначение. Своего рода ранняя пенсия. Спасибо, Арит. Ладно, пора выдвигаться. Тогда увидимся на стадионе. До встречи. Давай повторим. Мы чуть не разбились. Помни, тебя зовут Эмерик Кассель. Открою тебе маленький секрет и притворяться другим человеком. Задай себе три вопроса. Чего он боится? Чего он хочет? Что он больше всего скрывает? Осторожно!
повторим еще раз, пока не приехали. Помни, тебя зовут Эмерик Кощель. Открою тебе маленький секрет, как притворяться другим человеком. Задай себе 3 вопроса. Чего он боится? Чего он хочет? Что он больше всего скрывает? Ясно. Не отвечай вслух. Просто помни об этом и веди себя как он. Итак, Эмерик, скажи мне, что ты думаешь о Хансне? Он обычный уголовник, который сбежал из-под стражи. Осторожно. Из-под стражи. Чьи? Майерс. Милитех. Властей Найт-Сити. Ну ладно. Только поменьше размышляй. Эмерик редко сомневается. Он говорит убежденно, четко и обдуманно. Мы приехали. Вот оно, волчье логово. Мы чуть не разбились. Занял позицию. Готов к следующей фазе. До связи. Сам можешь взять себе такую на неделю, если хочешь. Остановите автомобиль. Готовьтесь к проверке. Все хорошо. Проезжайте. Слышал? Курту в гости сраные европейцы едут. Тихо, ты чумбл, а не ты паркуйся. В смысле нормальный, крутые европейцы. Пока мы не вошли, напоминаю. Это ему от нас что-то нужно, а не наоборот. Мы пришли продать ему коды доступа к серверу Киносуры. Держись фактов, думай, как он мог и не мог поступить. Хансим ждет нас. Пойдем посмотрим на него. Ты прикинь, все посты убаивают. Тут и Хансен напрягся. И Хансен, и Мёрфи. Теперь нам тоже придется напрячься. Интересно, в чем дело? Их так просто не... Это запретная зона. Манифик, мы как раз тут встречаемся с полковником Хансеном. Сейчас. Минутку. Рад, что вы добрались. Мы еще не знакомы. Меня зовут Мёрфи. Полковник уже здесь? Да, он вас ждет. Прекрасно. Идемте. Мёрфи. Знакомая фамилия. Кажется, мы все-таки встречались. Уверен, что еще нет. Уи, уи. Вы часто посещаете парижские бордели, правильно? Твоя. Я просто шучу, Мёрфи. Приятно познакомиться. Прошу на выход. Учтите, сегодня вы весь день под наблюдением. Курту сообщили, что Фарроу готовит какую-то подставу. Да не узели? Мы держим ситуацию под контролем, но проверять он велел всех. Без исключения. Весь стадион оцеплен нашими людьми. Мы также ведем постоянное наблюдение с дронов. Вам придется оставить оружие здесь.
Теперь надо пройти проверку личности. Мы, конечно, ведем себя с гостями, как с друзьями, но все-таки. У нас серьезное предприятие, как вы понимаете. Это сердце нашей маленькой империи. Скажите мне, чем именно занимается ваша организация? Торговля оружием. Хотите начать войну? Закончить войну? Планируете переворот? Мы не задаем вопросов. Что это организуется в Найт-Сити? Кое-что да, но у нас есть связи по всему миру. Япония, Австралия, Балканы, Лагос и так далее. Все, я на месте. Сейчас буду готовить путь отхода. Не торопитесь, мне нужно еще минимум минут 10. Мы почти на месте. Если бы я начал раньше, то привлек бы к себе внимание. У нас обновлен... Славу, Эмерик, ты и так все понимаешь, но не выходи из роли. Удачи. Идем дальше. Мой брат не очень разговорчивый. Да, я заметил. Иногда меня это пугает. Надеюсь, вас нет. Мы только познакомились. Смотрите, какой дипломат. Да пойдем, Чумба, я достал билеты. Откуда? У того же Бараги. Какая разница? Бой за пояс в полутяжелом весе. Такое нельзя пропускать. Не знаю. У меня дела и вообще. Ну тогда сдавай свой билет как хочешь, а я пойду. Отведет вас обоих. Сойка пока что обезвреживает устройство. У нас есть время немного поболтать. Мы не торопимся. Наверняка. Я слышал, вы вообще не из тех, кто спешит с решениями. Значит, у нас много общего, полковник. Я слышал о вас то же самое. Интересно. Обычно я слышу о себе прямо противоположное. Люди боятся преступников из-за их оружия, мускулов, хрому и упускают из виду их острый ум. Опаснее всех тот, кто ждет момента, чтобы отомстить за предательство. Давайте сменим тему. Вам понравилось в черном сапфире? Мои люди говорят, вы делали солидные ставки. Надеюсь, все кончилось выигрышем и триумфом. Да, к концу вечера фортуна все-таки нам улыбнулась. Вы были рады? Что проиграли? Какая разница, чем закончилась игра? Я играю ради острых ощущений. Такие взгляды больше свойственны вашей сестре, чем вам, Эмерик. И все же мы одна семья. А черный сапфир – моя гордость. Я долго трудился, чтобы туда стали приезжать лучшие люди Найт-Сити. Почему вы остались в Найт-Сити? Вы же не отсюда. Смотрю, не только я подготовился к нашей встрече. Вопрос справедливый. Я сам задавал его себе много раз. Всему вина моя привязанность к символу, как и флагон США, а Найт-Сити для меня символ великого падения. Нашего? Принципов? Кстати, вы, кажется, довольно давно не были в Найт-Сити, со времен Киносура. Все так, но мы чуть не прилетели какое-то время назад. У Эмерика планировалась сделка в Найт-Сити. Мой брат коллекционирует машины. Я всегда говорю ему, что его тщеславие просто очаровательно. Интересно, из-за какой жемчужины вы готовы были ехать через Палмира? Возможно, вы знаете Грисона. Он хотел продать мне классический Porsche, которым раньше владел известный американский рокер. Все знают Грисона и этого рокера. Я тоже слышал, что его машина продается. Сделки не случилось. Грейсон, как это, сошел на финишной прямой. Я заказал водки. Угощайтесь.
Вы, наверное, не отмечаете сделки до завершения, но я настаиваю, чисто символически. Как вы это хорошо сформулировали. Символически. Я знаю, что в Америке так не принято, но меня к этому пристрастили друзья из Сибири. Похоже, у вас много друзей. Прежде чем приехать сюда, я много где был и много что видел, в том числе поездил по Сибири. Значит, вы повидали мир, полковник. На планете не так много мест, где я не был. Зато теперь я знаю, кому позвонить, если нужно найти-то, чего ни у кого нет. Завязывать деловые контакты лучше двумя способами. Первый — это путешествовать. Второй — сесть в тюрьму. Авда, чуть не забыл. Мои знакомые из Лос-Анти передают вам привет. Блоков. Ваши знакомые меня с кем-то перепутали. Точно? Вы ведь провели в этой тюрьме 2 года. Под чужим именем. Да, в VIP-крыле. Простые смертные из Блоков даже не знают, кто там сидит. Тогда прошу прощения. Я, видимо, ошибся. Полковник, можно посмотреть ваш нож? Разумеется. Это традиционное оружие якутских охотников. Я провел некоторое время на Филиппинах. С тех пор ножи меня притягивают. Потрясающе. Такая редкая вещь. Кстати, Эмерик, я наводил о вас справки в своем окружении, и мне рассказали, что 3 года назад вы работали на Петрохим. Корпорации редко отпускают людей с вашими способностями. Как вам удалось от них ускользнуть? Тоже вы полковник, молчите. Возможно, в это трудно поверить, но я не помню. Си. Я храню воспоминания на модулях памяти. Модули за тот период у меня украли. Простите, я хотел бы вам ответить, но не могу. То вы, ничего страшного. Вот и сами. Главный сервер готов. Можем начинать. Вы помните условия. Один из вас вводит код доступа, другой остается со мной. О, я буду рада остаться. За работу. Идите за мной. Как мы и договаривались, деньги придут на ваш счет уже сегодня. Деньги и вы... Пока вы ждали, я провела небольшую диагностику. Главный сервер готов и подключен к нашей системе. Можно работать. Представляете, он создал здесь лабораторию специально для этого. Десятки миллионов евро-долларов только для одного вашего визита. В этом весь Курт. План «Победа» вступит в силу, когда мы получим Миро-матрицу. Я взломаю локальную сеть и натравлю охранные системы стадиона на солдат. Мы воспользуемся паникой и убежим. И сколько людей погибнет? Сколько нужно, отойдите, чтобы мы выжили. Пожалуйста. Вы мешаете манипулятору. Я смогла создать симуляцию бункера, исходной среды для главного сервера. Скоро можно будет вводить коды доступа. Слушай, Ви, через 2 минуты тут начнется ад. Уходим, как только Хансен умрет. Я блокирую доступ в эту комнату. Алекс и Рид не будут рисковать и уйдут намеченным маршрутом. Вот он, во всем своем великолепии. Насчет нас не волнуйся, никаких проблем не возникнет. Я глянула планы стадиона, знаю, куда бежать. Приступим. За дело. Есть. Какой пинг? 1 миллисекунда. Думаю, сойдет. Тогда заходим. Включаю главный сервер. Вижу. Есть ответ. Приготовьтесь вводить коды. Ви, спасибо тебе большое. Спасибо, что помогаешь мне. Еще. Совсем. Чуть-чуть. Теперь ваша очередь.
Можно вводить коды доступа. Я с тобой, Сойка. Смотри на Алекс. Жди, пока она убьет Курта. Ладно, а потом? Мы сбежим. Матрица уже почти у меня. Я перенастраиваю систему стадиона. Это тяжело. Пришлось зайти за черный заслон. Погоди, то есть ты взламываешь весь стадион? Я отрезаю лабораторию и готовлю нам путь отхода. Скоро я натравлю систему защиты стадиона на людей Курт. Дай знать, Алекс. Давай. Цель поражена. Ну все. Система защиты. Атакуют своих. Вид какой. Все в порядке. Сойка, ты как? Что с тобой? Матрица и стадион. Черный заслон. Я на секунду растерялась. Ничего. Со мной все хорошо. Что такое? Ли, надо бежать. Если станет тяжко, я могу помочь. Взломать всякое. Главное, не перенапрячься, а то мне у сервера досталось от черного заслона. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и вам получится запустить винт вертолета. На воздухе. Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит, я тоже так думаю. Народ, тут кое-что. Теперь окружай ее. Открываю ворота. Говорит Курт Хансен. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и бомбы. Нам нужно подняться на уровень выше. Я могу отвлечь их внимание. Здесь я защищаю вас. Брось на них машину. Ah! 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 Ah
работа. Кому не сдались. Здесь я защищаю лес, пока вы не нарушаете план. Робот, попробуй его взломать. Красиво звучит. Тоже так больно. Закрыто. Секунду, сейчас открою. Готово. Я заперла дверь. Можно немного перевести. Иди вдоль технической шахты, потом по лестнице вниз. Осторожно, впереди люди. Половина оборудования перегорела, а другая мигает, как новой. Это они. Пожалуйста, не трогайте нас. Мы вас не сдадим. Честно.
Почти пришли. План такой. Мы выйдем на задворки стадиона. Я вызвала туда две машины, они уже едут. Одна для меня, другая для тебя. Так будет сложнее нас осудить. Что-то мне плохо. Не получается. Сейчас получится. Бля, что это? Наконец-то. Ну, прыгаю. Кажется, я знаю, кого они будут. Пиздануло здорово. Наверное, из-за них. Черт, ногу подвернула. Куры сюда придержат. Давай сами. Финишная прямая. Идем к воротам. Там будет машина. Спасибо, Ви. Опять-то нам больнее всего ударит. Не ударит. Чего ты делал? А вот и они в нашей машине. Вон та машина. Ставлю свой счастливый день, что это за ней. Дурацкая ставка. Так будем спорить или нет? Эй, тень куйдату! Надеюсь, ты знаешь, что делать дальше. Нам надо разделиться. Так проще будет сбить со следа моих коллег. Я проверю, что все еще могу покинуть Найт-Сити. После этого свяжусь с тобой. А где мы встретимся и когда? Я пришлю тебе координаты. Просто жди сигнала и не попадись. Ты тоже. Ви, спасибо.
Я быстро, Ви. Сетевой дозор отправил. Охотника. Соблюдай осторожность. Кому отправил? Бри Уитти продала им данные Мелитеха и пропала. Теперь сетевой дозор убивает всех, кто с ними ознакомлен. Издержки профессии. Береги себя, Ви. Эта сука меня обманула. Сильнее, а не Брейн. У них больше ничего не было. Если бы ты предложил больше, сразу бы нашлось. У тебя моя лицевая панель. Даже туфли такие же. Охуевшая тебе пизда.
Я тебе устрою. У меня право на мой внешний вид. Ты со мной до смерти не расплатишься. Твой внешний вид. Твой. Сумка, очки, туфли, все на заказ. Лина Малина — это товарный знак. Своё что-нибудь придумай. Слушай, это пиздец как странно. Что мне тут вообще играть? Тихо, режиссер на площадке. Должен же кто-то вами командовать. С возвращением. Убеди его, что он твоя пропавшая сестра. Ну ладно, если ты настаиваешь. Все нормально. Давай порви его. Хистрёнка, помнишь нашу первую квартиру в Хейвуде? В доме между All Foods и складом Кантау. У нас были качели из арматуры и шины от Тартона. Это ты их для меня сделала. Я думала, что уже тебя не увижу, но мы нашли друг друга. Вспомни меня, пожалуйста. Су, я не понимаю. Так не бывает. Мы всегда были похожи, как две капли воды. Сестренка, я вспомнила. Нормально получилось, да. Сначала было странно, но мы вроде ничего так сработались. Снимем что-нибудь еще. Уже не сегодня. Спасибо, ты была великолепна. Ладно, я тогда поеду. Вышли мне расписание съемок. Чао, котята. Ничего себе. Она хочет сниматься дальше. Спасибо, я даже не ожидал, что будет так круто. Надо было мне идти в шоу-бизнес. Ага, уже кривожу деньги. Я вздумал, что это худший день в моей жизни. Внимание.
Так кто? Вы не на связи. Полковник Курт Хансен мертв. Повторяю, Курт Хансен мертв. Это черный день для Тектау. Полковник погиб так же, как и жил с оружием в руках. Те, кто виновен в его смерти, должны заплатить. Знаете почему? Так теперь эту херовину выключить.
этого мяса скрыть. In the event of acid rain, those with respiratory issues are advised to remain. Кто тебе от меня надарит? Я разочарован, Ви. Ты подвел и меня, и сами. Мы могли помочь ей. Вместе. Ей так не казалось. Ты помогаешь предательнице, которая организовала покушение на жизнь президента США. Перестань, Сойка просто хочет свободы. Оставь ее в покое, и никто не пострадает, обещаю. Ви, она объявила войну своей собственной стране. Мы с вами уже ни о чем не договоримся. Фарул найдет вас обеих. Тебе некуда бежать, Ви. Ты бы не звонил, если бы все было решено заранее. Хочешь предложить переговоры? Поздно что-то предлагать ей. Я хотел предупредить, что мы скоро встретимся. Ты ей сами. Очень надеюсь, что ты все-таки передумаешь. Ну, спасибо за предупреждение. Не забудь, теперь ты отвечаешь за сами. И когда он не если, а когда мы вас найдем, будет уже не важно, о чем вы там с ней договорились.
Удовольствие от Олфа. 330.